руку! Всякий! Это дело. А ублюдок младший говорит, что важно. Все ворота закрыты. Нам надо бежать. Бери коня и храм. Придется бросить коней! Уже недалеко! За ними! Стража! Стража! Лютик! Зараза! Арестовать! Ха! Какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. А лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь целое состояние. Еще посмотрим. Похоже, к старости ты становишься все сварливее. Я просто беспокоюсь. О ком? О Цири? Геральт, верь в нее. Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? О, ты забрал ее, ублюдка? Вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А наш общий приятель Сигеровин, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить, а я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого?
Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она проклята. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльфски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. «Вафаэль эляйне каэдмиль фолье, гладив дорны айптенайт бундруитне ияхус». Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр Морхену. Да, она по-прежнему живая и порывистая, но она еще упряма и молчалива, как ты. Точно. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну, тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно, в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь.